петербургский художник Владимир Чернов получил классическое художественное образование в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Его пейзажи давно завоевали признание у любителей русской живописи у нас в стране и за рубежом. Он удивительно тонко чувствует поэтичность и лиричность русского ландшафта и искусно переносит на холст панораму окружающего мира. На его картинах бескрайние поля, очертания церквей и одиноких избушек, раскинутых на холмах, художник намеренно оставляет нас наедине с этой величественной красотой, погружая размышления, словно расставляя на путь поиска истоков, истоков своей души. Владимир Чернов учился в мастерской народного художника СССР академика Виктора Михайловича Орешникова. Он принимал участие в творческих поездках по России, Италии и Китае, Турции, Финляндии и США. Его произведения находятся во многих музеях Санкт-Петербурга, галереях Бирмингема, Гамбурга, Лондона, Нюрнберга, Хельсинки и Севастополя. Сегодня Владимир Чернов живет и работает в Санкт-Петербурге. Его картины продаются на аукционе.